наших работ на новой даче. Это арендованная дача. Я в прошлом году показывала, какая тут чудесная теплица, большие планы вырастить замечательный урожай. Но и сейчас мы уже посеяли много всего: и редиску, укроп, петрушку, ну, все-все-все, что могли, салаты, пекинскую капусту. Именно на салат, говорят, очень вкусно. Эти листочки молоденькие и растет быстрее, чем обычный салат. Ну, в общем, поработали на славу. Там в уголке у нас, у меня хризантема корейская, которая здесь перезимовала. Все с ней хорошо, зелененькая. Я ее полила. И вот снежком мы засыпали посадки. Завтра еще посеем горчицу на оставшийся участок, и все у нас будет здесь хорошо. Сухие веточки — это горчица, которую мы осенью посадили, оставили ее. Я думаю, скоро ее растащат на еду. Червячки, паучки, всякая живность, им для них угощение. Ну вот и все. Будем ждать хороших урожаев. Зашли к друзьям в гости, и хочу вам показать, какая красота. Настоящая русская печь с лежанкой. Посмотрите, какая красавица. Ох, аж дух захватывает. Вообще будет уникальная комната, такая летняя кухня. Но я обязательно покажу вам в следующий раз, как будет все готово. А пока печечка. Вот такая красавица. Пишите, понравилось вам? Мечтаете о такой? Я так точно. 7 апреля 2021 года. Всех поздравляю с Благовещением. И в этот чудесный праздник я оказалась на даче. Приехали мы вчера с ночевкой. И несмотря на то, что картина сейчас совсем не веселая, но все равно понятно, что скоро весна вступит в свои права, потому что уже и птички поют, и утки прилетели к нам на пруд. Но когда вот это все растает, когда уйдет вода, я даже боюсь предполагать. Пока в саду совсем ничего не хочется делать. В теплице было работать гораздо приятнее. Да, в общем-то, я и не стремилась сегодня что-то делать, потому что праздник, большой праздник. И считается, что в такие праздники работать грех. Вот я и не работала. Ну все, друзья, такое маленькое видео. Особо показывать нечего. Всем хорошего настроения, весеннего настроения. С праздником! И пусть все у вас будет хорошо. И, конечно, мир в наши дома. Пока-пока!